участник. И у нас на подходе второе выступление с финала «Цинчунь Уней». Очень ждем это выступление. Хотя там нет, например, моих бесов в этой команде. Ну, нравится им Мин-Мин, например. Ну да, там Мин-Мин. Да. Ну и там Вэн Хан. Там этот еще, который рэпер классный, эмоциональный. А, Сюдзянь? Да. Да, Сюдзянь там. И Юй Вэй там. Юй Вэй, да. Потом Хуай Вэй, не знаю. Да. Чанси, там Чанси. Да, кстати, вот ее любимчик. Да. Вот, поэтому посмотрим, на что они, нам выдадут и кто будет центром. Let's go. Вэн Хан центр. Ну, блин, можно было как-то разнообразить. Он и так центром, и так центром станет. Но да. Все смогли Чанси выбрать. Да. В этой команде твои бесы. Но хоть не так много, но выступление классное, мне понравилось. Песня мне понравилась. Она такая прям, ну, короче, в том стиле, в котором я люблю вот это все, body waves, все вот это вот все. Да, очень, очень клево. Ну,
опять как будто чего-то не да, хватило. Знаете, то ли вот именно не было какого-то, знаете, прям срыва, вот какого-то killing part. Пика, да. Вот. Mm. Потому что вот, знаете, и свет какой-то темный, когда вот центр, да, и красный вот этот фон, как бы немножко все равно плохо видно. Ну, наверное, то, что здесь еще прямая трансляция идет, и как бы снимают, ну, уже нету возможности снимать. Мы привыкли же к такому высокохудожественной съемке, когда там вот эти все их там движения, замедленная съемка, все вот это вот. Может быть, поэтому вот даже такой без этого, вот, например, смотришь прошлый, например, сезон MacDaddy, какой MacDaddy, да, и это было. Здесь весело. Вот смотришь, тоже здесь вроде бы горячая такая эта песня, но все равно чего-то, так, чего-то да, не хватило, да, как будто бы. Даже вот Night Person такие, ну не удивили, нас не удивили. Вот, поэтому. Но в любом случае мы ждем их дебют и. Да. Не знаем пока, мы ждем результатов, самое главное. Да. Мне интересно. Результаты, кто же будет на 9-м месте. Больше интересует, чем кто на 1-м месте. Да.